утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Моя Даша никак не может найти веник. В доме такой беспорядок, надо бы пол подмести. Да, где же наш веник? Мишутка, ты его не видел? Нет, я не видел, Даша. Веник был старым. Зачем его искать? Давай купим новый. Правильно, пойдем, Мишутка, в магазин. Здравствуйте, друзья мои. Здравствуй, Леш. У меня есть идея. Пока ваши куклы ходят в магазин за веником, мы с вами поиграем в другую игру. А в какую, Леш? Какую? В буквы. Ура! Ура! Значит, буквы! Мы отправляемся в город игрослов. Правильно. Буквы словно кубики, кубики слова. Построена из кубиков чудесная страна. В ней столица игрослов, каждый здесь играть готов. Здравствуй, 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 добрый игрослов. Ой, звенит звонок. Ну, друзья мои, урок начинается. Угадывайте, какая буква сегодня у нас будет главной. Вот кубики, на них написаны буквы. Так, сейчас я прочитаю. А-и-р-г. Ой, что это за а-и-р-г такое? Такого слова, конечно, нет. Но если переставить кубики, можно составить знакомое слово. Правильно, Шунечка. И первая буква этого слова и будет самой главной в нашей игре. Так, так, сейчас попробуем составить. Леш, а давай вот этот зеленый кубик поставим в начало слова, а? Давай, а? А почему ты так решил? А потому что буква большая, И. А, она самая большая. Да. Правильно, пусть стоит в начале. Так и получается... Иарг. Иарг. Что это? А такого слова нет. Так, значит... Поиски знакомого слова продолжаются. Да. Так, вот, я понял, Шунечка, смотри. Да. А почему этот розовый кубик с самой маленькой буквой стоит на втором месте, а? Да, это неправильно, Зубок. Неправильно. Мы ее поставим в конец. Да. Так, давайте это сделаем. Мне кажется, что это верное решение. Так, и что теперь получается? Получается... Ирга! Да, ученики, но это еще не наше слово. А я, кажется, поняла. Я поняла! Вот что надо сделать. Переставляем буквы Г и Р местами и получаем слово... Игра! Молодцы! Вот это наше слово. С какой буквы оно начинается? С буквы И. Значит, буква И у нас сегодня главная. Скажите мне, а на что похожа буква И? На что, на что? На что? А, на калитку! Посмотри, чем она не буква И! Калитка? Да это же настоящий портрет буквы И! Портрет? Шунечка, да ты просто выдумщица! Ну что ж, продолжаем урок. Следующее задание. Задание такое. Придумайте слова, в которых четвертой буквой будет буква И. Ой, ой, как трудно, а? Да, трудно. А я вам песенку-подсказку спою. Да? Жили у бабуси два веселых гуся. Я тоже знаю. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Знаю, знаю ответ. Это гусь. Да не гусь, Зубок, а гуси. Ведь у нас последней должна быть буква И. Молодцы. А еще одно слово придумаете? Еще одно? Ну,
Попробуем. Лёш, Лёш, а к этому слову подсказочка будет? Да. Будет. Это загадка. Угу. На носу сидим, на мир глядим. Так это же очки. Очки. Да, правильно. Отлично. А третье слово отгадаете? Оно зимнее. Этот предмет хранится у вас в сарае и очень хочет прокатиться с горки. Шунечка, неправильно. Слово «санки» нельзя вписать в эти квадратики. Да уж, одна буква лишняя. Тогда это не «санки», а «сани» и лишняя буква «к». Совершенно верно, Шунечка. Итак, следующее задание. Скажите мне, можно ли превратить слово «игры» в слово «тигры»? Да. Игры, тигры. Эти слова какие-то очень похожи. Да. Правильно, похожие, но чем же они отличаются? Вот в слове «тигры» на одну букву больше. Да. Так, и что из этого следует? А остальные все буквы одинаковые. Так, и если к слову «игры» приписать впереди только одну букву «т», то к нам прибегут тигры! Совершенно верно. Еще одно задание. Так. Смотрите. Слово «игрушка». Так, игрушка. Игрушка. Какие слова можно составить из этих букв? Ой, я это здорово умею делать. Мои слова «игра» и «рак». Вот. А мои «рука» и «груша». Надо же, вы сразу по два слова придумываете. А я вот одно придумал. Ну, какое? Какое? Уши. Уши. Ой, Лёш, а мои ушки слышат звонок. И мои тоже. Значит, урок заканчивается и пора отдыхать. Только сначала попрощаемся с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.